Бешут Коля Месуби. Всем добро пожаловать. Байзат Ашем. Бараха, Ацлаха, Бриют. Вчера позвонил мне. Коля Кавод, Ицхак бен Даниэл. Байзат Ашем, Ашем Тонну. Бараха, Ацлаха, Сасон Весимха, Бриют. Йосеф бен Маргалит. Бараха, Ацлаха, Бриют, Арбедисия, Дишмая, Байзрат Ашем, Вегам, Авраам, Бадалов, Алевит, Бен Мира, Кадош Барухутену, Бриют, Арбедисия, Дишмая, Вегам, Тивареха, это Рахел, Батадина, Шиитабер, Башана, Азе, Байзрат Ашем, Зера, Баркаема, Кадош Барухут, Ишлахла, Бараха, Ацлаха, Сасон, Весимха, Вегам, Тивареха, это Едидену, Аякар, Игор, Ильяу, Бен Надя, Салмон, Бен Надя, She Hashem bless him with all the blessings in the Torah. She Salmon ben Nadia get married by Shanaze, Zivukakun, Vegam Daniel, Kiriu, Ben Michael. Kadosh Baruch Timtzalo, et a Zivukakun, Vezrat Hashem. She itchatem by Shanaze, She itrakes, She itabek by Yetzeratov, She itrachek me Yetzerara. Vechen Yeratzon venomar omen, Vegam Tivarech et Aaron, Ben Ariel. שיתרכז בלימודים, שלעבוד השם יתברך בכל לבבך ובכל נפשך, וגם תברך את הכל עם ישראל, תם שלום בארץ, תם שלום במלכות, וכן ירצון ורומר אמן. אלף הבדלות בין המתים לחיים, תברך, טוב שם משם טוב, נרשתדיה, סולמן שלמה הכהן, בן תמרה. רוח השם תנחנו בגן עדן, הם בכל השכלים עמו בכלל רחמים והסליחות וכן ירצון ונאמר אמן. זס מפרבדוז'ם, בלגדרנס, הכרת הטוב. יבוטט עם הכרת הטוב נפיסנה, שתו דז'ה ז'יבודנה פזנה לי, יפזנה את שתקוי הכרת הטוב, בלגדרנס. שמר יעירות אוקראינה, נפל תוך הבור מלכותת ובנו ובוד דוב, רבי מורדכי, רבי מורדכי, I hear voices, guys, guys, יוסף, 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 I hear voices, I'm recording, I'm sorry. Говорится в тот момент, когда в Украине упал, они как ловили животных, они ловили животных через капкан. И что они делали в Украине, они такую вещь делали, когда они хотели ловить медведей, разных животных, они большие были, они не могли их ловить. Значит, что они делали? Они рыли яму. Когда они эту яму рыли, после этой ямы, когда они начинали рыть, после этого они поставили на него деревья такие, потом сверху снег. И когда животное туда проходило, один из животных, которого они ловили, это часто делали, это были медведи. И это медведь, они так медведев ловили. Как мацу это цмо иш, ликот это дов пере. Но хали та эла цмену, это харадашила иш азе. Значит, тоже тогда, в тот момент, человек ходил по земле, и он тоже в этот капкан упал. И когда он упал, и в этот же момент до этого тоже упал туда медведь. «Ветамха гавар кашер адов каров алав». Говорится, медведь подошел этому человеку очень близко. «Шам это капато альядо катфо смолит балахац ацум, лимазало ло арка харада аюма зе». Говорится, этот медведь, он был очень спокойный, он берет на две плечи ставить свои лапы медведь на этого человека, который тоже в этом капкане находится, и он поднимает с этого капкана чего этого человека. Значит, этот же медведь берет, спасает человека. В природе в основном мы такие вещи не видим, но мудрецы говорят, даже есть у некоторых животных, даже Ашем в них запланировал, что такое акарат атов, благодарность. כעבר שעוד מספר ראה האיש עץ מחתנה משתלשל בתוך הבור. האיש מהר עמד על המתרחש, הדוב עמד על שפת הבור ושילש לו תוקו שיח והצליח לעקרו. בעזרת שיח זה, לצליח ויודיעו להשתחרר כלאו.
ממש זה לא יאמין יסופר. מקראים קלים ונדרים אמנם הם מקיים מעדים רגש הכרת הטוב מצוי אצל יצורים נתוחים ופתוחים. Значит, говорится, даже такие вещи, как медведь, как мы сказали, собаки, змеи, все эти вещи, они даже по своей природе, собака по своей природе, она дружная, а медведь и змея, они дружные животные. Значит, в тот момент мы тоже видим, какой-то акарат атов есть с их стороны, что они тоже спасают иногда людей. Акарат атов мецуй габба метим. Говорится, мудрецы, а благодарность тоже находится среди мертвых. Среди мертвых человек мертвый ушел. Какой будет там акарат атов? Гамитим микерим това. Мертвый тоже познает, что такое благодарность. Вайомер ашем элав, зота арец ашен нишбат или Авраам, или Исхак, или Яков, или Мор. И говорится, Акадош Бараху, he promised, он 100% сказал еврейскому народу, и сказал, который я землю дал Авраам, Исаак, Яков, я эту землю клятвой, я эту землю даю нашим праотцам. Как написано в Сефер Дварим 3:4. Майлемар амор Акадош Бараху ле Моше. Акадош Бараху говорит Моше Рабену алав ашалом. Лех амор лахем ле Авраам, Исаак, Яков, шува нишбати лахем, квар киямти ливнехем лахзуке ле тюфта ле Моше. Говорится, Акадош Бараху говорит Моше Рабену, то, что я ответил, то, что нишбати, клялся, что я дам землю, то, что я сказал Аврааму, Исааку, Иакову, я сказал Моше Рабену, и отсюда вы должны понять, что то, что Акадош Бараху нам обещал, это обещание 100% исполнилось, когда мы пришли в Эрец Исраэль. Значит, в тот момент, и то, что Акадош Бараху обещает, она не 100%, она 200 и 300 и 1000%. Когда Акадош Бараху отвечает, он говорит за то, что Авраам, Исаак и Якову, Авраам, Исаак и Якову я должен и я был обязан, в тот момент я это обязанность сделаю. Значит, когда Ашем что-то говорит, она 100%. Когда человек что-то говорит, у него всегда есть сомнения и разные мнения, чтобы не делать эти вещи. Маасе Барамбан. Это один из Раби Ильяу бен Барух, Фатаков, Ашариб, Самарканд. Здесь написано у Рамбан, Раби Моше бен Нахман. У него был ученик, Шаяло Талмид Эхад, Кфар Байлуким, Вишемо Раби Авнер. Говорится, у Рамбана был ученик, и этот ученик его звали Раби Авнер. И он полностью ушел все то, что соединяется с Торой. Как в нашем языке говорится, он с религии полностью ушел. Раби Авнер, Рамбана, ученик. Мехамад Ров Хохмато, Васа Хашув Гадоль. За то, что он был очень умный, очень мудрец, Раби Авнер вот этот, он был очень мудрец. И он начал очень важная фигур, очень важный человек быть. Вая Хайом, Шайом Йом Кипур. В тот день это было Йом Кипур. Значит, Раби Авнер полностью укроет то, что соединяется с религией, с духовной душой. Он, значит, Раби Авнер уходит. И он что такой? И он зовет кого? Рамбан. В Йом-Кипур. Это было Йом-Кипур. Рамбан. Он зовет своего учителя. Шалах ли Рамбан, шеево и лава его лифанав и лаках бифанав арав, арамбан, арневет эхат. Нихратав бишла вахла. Значит, он берет около своего учителя, Рамбана, берет арневет, кролика, его варит. Первым он его в кость убивает, варит, потом его кушает в Йом-Кипур. Еврей. Вахарка шалет Рамбан. Реби, алькама критот аварти. И он спрашивает у своего раввина, у Рамбана, говорит, сколько критот, сколько грехов я сегодня сделал. Аварти хайо, вашивло аль арба критот. Рамбан ему говорит, ты согрешил 4 критот. Внихрита нефишахи миамеа, вамал ло талмид, хало аль хамиш лавин аварти. Он говорит, нет. Его ученик начал с ним, с Рамбана спорить. Он говорит,
5 критот я в этот день, 5 грехов я сделал. Латхили пальпели мой ад Рамбан хода авар аль-хамиша лавин аль-критот. И он начинает с ним спорить, приносит отсюда, оттуда, райот. Райот это значит proofs, что он прав. И в конце Рамбан с ним соглашается. Это все мы говорим, когда в Йом-Кипур, не в Йом-Кипура, в день Йом-Кипура. И Рамбан с ним соглашается. Вошел Рамбан, ото, агидана ли, ми явия эл мира, мида зо шикафар батурат Моше. Он говорит, Рамбан говорит такую вещь. Скажи, пожалуйста, мне, что стало с тобой, что ушел ты с дороги Моше, с дороги Торы и Моше Рабену, который наш учитель, наш учит все вещи. Вашивло кипама эхад шамати драша шиеш ба парашата азину. Есть параша азину. Значит, параша азину, он один раз услышал деврей Тора. Кололим кола митцвот, кололим коля инине улам. Параша азину включается все в митцвот и все вещи, которые с этим миром соединены. Кулам нирмазим ба параша азину. И все вещи, там ремес, значит намеком, в параша азину. Рахши царих сиуд, сияд дишмая шимиши захе лавин коли айненим высодот. Человек должен получать десят дишмая, значит, десят дишмая это будет помощь, небесная помощь, чтобы понять все секреты, которые находятся в параша азину. Ашен хэм бэйне, бэйнай хаязэ мин анимна, аши бишвиль кен, никва билеби хэт. Он говорит, что я не начал понимать секреты, я не начал понимать вот это параша азину. И говорится, в мое сердце зашло грех, какой-то грех. Шэйн хай эмэдху. И он говорит, это то, что я слышу параша азину, он неправда. Значит, он начинает Ецарара его сразу, чего? В капкан ловить. Камоши амара рав рамбан, нифахахти ла иш ахер. И он говорит, я вообще перевернулся и Раби Натан в другого человека. Ваэйна рамбан, адайн ани омер кен, шикидварай ху кен. Рамбан говорит ему, своему ученику, все то, что я сказал, это правда. То, что в параша азину написано, все секреты и все мицвот, это правда. שהכל נרמס מואר בפרשה הזינו, ואם לא תאמין, שאל אגיד עליך ויתאמה תלמיד ההוא. הוא גדס לתמיני נברש, ספרסי לובוי ושפצר בפרשה הזינו, יהיה ציבי התווצ'ו. ואומר אין כן, כי דבריך הרני את תמצא את שמי. הוא גדס לתק, יחדשו, יבוא שרבי נתן זבות, יחדשו, שוב תנשום היו אימיה בפרשה הזינו. הוא רם בנו, גבריץ, ומאוצ'יצי לו, יום כיפור את הפסיו. Лахац. Он говорит, скажи, пожалуйста, найди мое имя в параша азину. Ну, представим, давайте себе, пойдем в параша азину, и вдруг Рамбан находит его ученика имя. Ученик не такой тупой, чтобы вопросы спрашивать и не знать. Шу Авнер. И он говорит, им тимцайши ми шу Авнер, ба параша азину, витпалера Рамбан. Рамбан начинает в тот момент молиться «Эл Ашем бехоль левово навшо» со своим сердцем, душой «Бакерен завид уба пасук». И вдруг, говорится, Рамбан стоит и молится, и спрашивает Ашема «Пасук, дай мне пасук, параша азину, который моего ученика имя там написано». «Везе хэн раше тевод Авнер». Написано «Ваамарти». ואמרתי, אמרתי אפוהים השביטה מעונש זכרם ואותיות שלישי מן הפסוק זה ראשי תיבות אבנר. נכון את פסוק סטווה פרשה עזינו, איתם איבו אימיה נפיסנה, ראשי תיבות רבי אבנר. שמע תלמיד את דבר חרד מאוד. ונוסלישו כגדה איבו אימיה נפיסנה פרשה העזינו, גברית תלמיד, ונוצ'ו זבייאלסה, и упал на его ноги. Вашиал Рамбан. Им яхзор бичуа еле тикун труфа теки фалах ото талмид. Он говорит такую вещь. Рамбану Акадош говорит, если я стану чува, есть для меня чува или нет? Рамбам говорит, есть у тебя чува. 100%. Это все в Йом-Кипур.
Мы все это говорим в Йом-Кипур. Етикун ветруфа, текеф алах ото талмид велаках сфина. Значит, берет этот талмид, он сразу же берет, на лодку садится, хатблис сафан, вааваль малах валах инс эма сфина баашер алихо. Значит, он берет лодку, и эта лодка, куда бы его ни отвезла, он с этой лодкой идет Рамбана ученик. Вецаак бара нефеш, и начинает кричать, орать, были очень большой боли. Адайн ло нида мимену меума. Рамбан говорит, я не знаю, куда он пропал, и не знаю, что с ним происходит. Живой, мертвый, я не знаю. Ахарках харбе рав Рамбан батфила шиалё мекцат кфира. Вегам мекцат кпара. И Рамбан начинает молиться за своего ученика. И он говорит, я хочу, чтобы Ашем его простил за его грехи. Вахар зман рав бола рав пахалом. Говорится, это его раби Натан, пришел ученик во сне Рамбану и говорит такую вещь. Вахзик ло това ши гарам тфилато ло лихол ле талмид, ши аю даним ото диним харбе ахар юдбет ходеш. Говорится, даже после 12 месяцев, в основном человека судят 12 месяцев, говорится, и вот судили человека после 12 даже месяцев. После 12 месяцев его ученика судили Рамбам за то, что помолился. Говорится, Рамбам его вытащил откуда? С гейнома. Ело махзор труфа ла лихо ла ганеден. И его вытащил с гейнома, с его молитвой, и его, этого ученика, занесли его куда? В ганеден. Отсюда мы учимся, что это ученик приходит, говорит Рамбана, он уже скончался с этого мира, он приходит, его благодарит. И сколько человек должен отсюда знать, даже мертвые приходят, благодарят, даже в том месте, когда они находятся в гейноме, после гейнома они заходят в ганеден. Маасе бахасид эхад шия нодер бишвиль нишамот, бишвиль кровав, ואחר כך נדר כל הבסתם בשביל כל הנשמות. רומו, למה אתה עושה כן? עדין חסיד בו. הוא מסגדה נדר דו. איך אומרים נדר? נדר, נדרים. נדרים, או значит promises, קליאטווי. יום קליאטווי. ככי קליאטווי דו? בשביל נשמות. своих близких, родственников, кто скончался в этом мире, он клянулся всеми ими. Как он клянулся? Нодер. И не только это, он говорил недер, бишвиль кровав, вахар нодер бастам бишвиль нишамот. Вамру лама, почему ты клянешься ими? Он, значит, клялся, чтобы для них было многие-многие хорошие вещи. Амар лахем, мипне шеш мехем они, шейнене бисхуто. Он говорит за то, что у меня есть от них удовольствие, от этих мертвых людей, они сделали мне хорошее. Вело е кафуй това. Я не хочу быть, чтобы я был неблагодарный. Ве од хэн кому. Бишвилам я тивли. Не только это, а не то, что меня тоже будут меня благословить с небес. Значит, сколько мы учимся от животных, сколько мы учимся от мертвых, как быть акарататов, благодарность. Это очень важные, важные уроки. Мы просто иногда не берем их всерьез. Когда мы возьмем их всерьез, мы можем очень много здесь вещей научиться. Байзрат Ашем, Ашем шуги вас, бараха ацлаха, сасом васимха, шалом, бриют, арбе дисьяд дишмая, ягдил тора ва ядира. Thank you very much, everybody. Эхэн я рацон веромар. Амэн.